Чё, погнали? Стремновато мальца, конечно. Уходим от берега. Что-то хрустит уже. Ух, ништяк вообще. Лоткарино очень круто. Ну что, Андрюх, каково оно? Лед? Лед, да. Мы вроде не очень далеко, но неплохо. У нас находится какой-то хищник. Кто? А, хищники охотятся, да. Жужжит все время. Че, погнали дальше? Или уже очково? Не хочешь? Да, далеко давай. Ты хотел сказать, если мы упадем, то нам далеко до тачки плыть? А запаски-то нет. Стрёмно. Вот такие вот у нас покатушки. Гуляем по озеру. Лёд толстый. Ну, по крайней мере, пока что. А вот тут уже стрёмно. Надо на рыбалку было идти, взять с собой что-нибудь здесь, присесть, порыбачить, потому что вон там мужики вовсю сидят, рыбачат, вроде как что-то получается даже. Вот. Интересно, что здесь на самом деле народу не очень много, но в принципе присутствует, гуляют, рыбачат, даже кто-то на пляжу лежит. Это очень странно, особенно зимой в такую погоду. Вот, но достаточно интересно, смотрите, кое-кто у нас тут сейчас едет, катается. Сейчас, может быть, получится снять. Вот. На питбайках кросс, и сзади у них догоняет спортивный квадрик. Вот, так что очень круто. В следующий раз поедем еще больше компаний сюда, если удастся по погоде хорошо, и будем кайфовать по полной. Ладно, пока заканчиваем, давайте.